Следующий момент. Диета или здоровое питание? Многие очень даже считают, что диета, ограничение в еде, это, ну, да, это полезно. Это полезно для стройности, это полезно для фигуры, это полезно там вообще для всего. Там многие вообще рекомендуют голодать, да, голодать и скитаться. Сейчас вот в нашей культуре очень часто очень модны всякие диеты, да, там кремлевская диета, там другие всякие диеты, которые основаны на ограничении в питании, которые основаны на том, чтобы потреблять как можно меньше пищи. Я считаю, что это неправильно. Но это мое личное мнение. Можете со мной поспорить, я сейчас объясню, почему. Потому что здоровое питание – это полноценное питание. Диета, она состоит на ограничениях, на исключении каких-то ингредиентов из питания, на исключение каких-то компонентов, микроэлементов. Но организм, он наш, он способен самовосстанавливаться только в тех условиях, когда у него достаточно ресурсов для самовосстановления. Самовосстановление организма тормозит прием всяких медицинских лекарственных препаратов, а когда у него есть ресурсы, когда у него есть полный набор полезных питательных веществ, да, витаминов, микроэлементов и так далее, тогда у него есть сила на восстановление. Я против диет, я за здоровое питание. А здоровое питание – это сбалансированное питание, где есть все необходимые для нашего организма микроэлементы, витамины, белки и прочее. То есть это максимальное питание, которое поможет нашему организму нормально функционировать. Потому что если мы не будем додавать ему нужных микроэлементов, ну, организм, он, у него не будет сил на регенерацию, у него не будет сил на восстановление. Элементарный пример, я смотрю просто на свою дочку, да. Моей дочке 2,5 годика, она очень интересна, вот ребенку моему повезло, да, что она у меня, так, очень скромно говорю. Она у меня питается очень правильно, она у меня любит брокколи, она у меня любит морковку, припущенную немножко, да, тушеную или вареную. Она любит йогурты, она любит фрукты, там, любит рисовое молочко, отварную рыбку, морепродукты и прочие вещи. У меня есть знакомая, у которой ребенок, он кушает картофель фри, любит, ну, тоже возраста Катюшки, и любит макарошки, да, с кетчупом. А вот это все ему фи. И Катя, она, у них разница год, она с него размером. Причем она не полная, она у меня, ну, просто она немножко высокая, она крепкая, она хорошо развитый ребенок, она очень хорошо развивается интеллектуально очень быстро. Вот что значит, у ребенка хорошее питание. Растущий организм, правильное питание и все. И у ребенка все отлично. Она у меня вот сейчас, бабушка тоже приехала, у меня с бабушкой ребенок 2,5 года впервые конфеты попробовала. Она даже не тянулась, ей было неинтересно. Вот, да, вот морковка вареная, это деликатес, да, вот конфеты она даже не смотрела в их сторону. Бабушка насильно в рот засунула, вот теперь у меня ребенок иногда конфетки просит. Вот. Нет, я не садистка, но я очень забочусь о здоровье своего ребенка. Я стараюсь максимально все дать своему ребенку. Вот, а если наш, мы, конечно, уже выросли, нам уже вверх расти не надо, только вширь некоторые могут расти, но наш организм все равно нуждается в питательных веществах для того, чтобы нормально функционировать, для того, чтобы восстанавливаться. Вот, и теперь я хочу рассмотреть систему здорового питания, которую рекомендует университет Бангкокский Махидол медицинский. Вот, по диете этого университета наш менеджер Сом, они ей корректировали питание для сброса веса. Она сбросила 30 килограмм за полгода, придерживаясь их системе питания. Она была вся больная, у нее было много проблем со здоровьем. Но она с помощью вот диеты, которую они расписали, она смогла, во-первых, укрепить свое здоровье. Она перестала брать больничный, когда мы ее подобрали, с ней совсем все было плохо. Ее диета стояла там из определенных ограничений все равно, потому что это шло на сброс веса. А вот та диета, которую они рекомендуют для полноценного питания нормальных людей, она состоит вот примерно таким образом выглядит. Смотрите, большая часть нашего рациона должны составлять злаки, орехи, фрукты, овощи и зелень. Причем злаки – это хлеб лучше всего не сдоба, а цельнозерновой. Цельнозерновой, черный, бездрожжевой хлеб. Это не сдоба, ни в коем случае не сдоба, потому что сдоба, она как пластилин, она закупоривает наш кишечник и не дает ему впитываться полезным веществам в наш кишечник. Она очень коварная.
а цельнозерновой хлеб или мультизлаковый хлеб из муки грубого помола, вот этот вот хлеб, он очень полезен для здоровья. Это рис, это гречка. Вот овощи, лучше больше, конечно, бескрахмальные. Чтобы больше часть была овощей, она была бескрахмальная. Вот, ну, на самом деле, тоже картошки иногда я тоже на такую, потому что в ней есть микроэлементы, которых нет в других овощах. Вот. А дальше, по вот состоянию, по пирамиде у нас идут морепродукты. Все равно скажут, ой, да, конечно, у нас эти креветки, они вообще бешеных денег стоят, да, и мидии и прочие вещи, да, там, на них денег не наберешься. Но есть же в России рыба. Есть рыба, стоит это не так уж и дорого. Я, ну, может быть, потому что я из Новороссийска, да, это портовый город, возле моря у нас там рыба, она доступная, ее всегда много, да. Рыба, она легче усваивается, она легче переваривается. А дальше у нас идут как раз-таки мясо, причем вот мясо именно птица. Птица и молочные продукты. Сыры, птица, яйца, сыры и молочные продукты, йогурты и прочие вещи. И на самом последнем месте минимум в рационе человека для здорового функционирования организма должно быть мясо и всякие вкусняшки, сладости, да? Там всякие тортики, десерты и прочие такие вещи вкусные. Вот основная вот основа здорового питания. Многие приверженцы сыроедения, вегетарианства, сейчас тоже такие направления, и многие укрепляют здоровье, но на самом деле, скажу по секрету, вегетарианство подходит не всем. По группам крови. Есть такая очень интересная позиция, ну, на самом деле, я сколько видела, вижу подтверждение, что каждая группа крови, у нее свой рацион. Первая группа крови – это мясоеды. У меня муж мясоед, у меня сестра мясоед. Без мяса они вообще никак. То есть у меня муж, если сестра кусок мяса не съест, все, он злой. Он просто не наедается, это как бы складывается на его характере не в лучшую сторону. Сестра – то же самое. Чтобы ей наесться, ей нужно мясо. Вторая группа крови – это вегетарианцы. То есть я вот, у меня вторая группа крови. Я могу спокойно вот прожить, да, вот хоть неделю вообще без кусочка мяса. Мне, ну, иногда бывает, что мне тянет, да, все-таки мясо это белки. Ну, можно заменять спирулиной, на самом деле, спирулина, моринга, они как раз заменяют мясо, если вы вегетарианец, да, если вы вот отказались от мяса, вот лучше пополнять белок растительными компонентами, это есть, вот, это также вот орехи всякие, да, и плюс спирулина и моринга. Они пополняют недостаток белков, протеинов в нашем организме, вот. Третья группа крови, это у нас идут всеядные, то есть им, в принципе, все равно. У них обмен веществ так организован, что им все равно, что есть. И четвертая группа крови, это эстеты. У меня младший брат, вот у него четвертая группа крови. Ой, какой он эстет! Он ест только определенные блюда, вот ему вот надо, чтобы это все было как-то вот с еда, для него это как такой вот ритуал своеобразный, вот. Ну, я на самом деле не могу ручаться за то, что эта теория, как бы, она стопроцентно верна, и как бы все на ней должно как бы держаться, да, но я то, что я видела, это как бы подтверждает.